Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, как всегда, с вами Мария Великотная. Вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем говорить о суккулентах. Это группа растений, имеющие общие черты из-за одинаковых условий обитания. Они способны запасать воду в своих стеблях и листьях. Растут они в засушливых местах, на скалах, в субтропических лесах. Благодаря уникальным особенностям накапливать и удерживать воду, многим из суккулентов достаточно небольшого количества рыхлой земли, всего 2-3 сантиметра, и умеренного полива, что используют декораторы в своих работах, в частности, оформляя стены помещений живыми картинами.